Давай. Я. А на сам? Да. Не, не слышу. Зифа. Какая фа? Что это вы делаете? Зифа. Какая есть фа? Давай так, не еще. Балуйся. Зиха. Ниха. Давай. Зя. О, зя. У нас проблема. Зя. Он умеет говорить з, давай. Но не умеет совмещать з с другими звуками. И он зфа говорит. Зя. Хорошо. А теперь давай зю. Зю. О, смотри, как здорово. Зю. Зю. Зюзя. Давай. Зюзя. Молодец, давай. У нас логопедия с Тимофея, начиная. Я Ане и Паше ставила звуки, а Боря ставил звуки Тёме, и сейчас Саша ставит звуки. Ну как ставить? Мы постепенно, мы говорили, что постепенненько, постепенненько. То там немножко ему говорим, чтобы он аккуратнее разговаривал, то там немножко, то там немножко. Сейчас вот взяли за звук З. З. Поставим звук, потом начнем другие звуки. Постепенно, постепенно, к 6 годам. Постричь завтра надо. Да, надо его постричь. Мы перед баней пострижем, но это в другом видео, это в жизни за кадром. А у нас сейчас семейное образование, папа. Обрати внимание. Семейное. Это когда вся семья обучает детей. И папа, и мама. И все образовываются. И все, да, одновременно образовываются и подтягивают свои знания. А я вспоминаю, как зю говорит. Наши дети просто обожают уроки ОБЖ. И мы нашли вот такой сайтик. Называется spasextreme.ru. И вот Паша проходит здесь, короче, это от официально от МЧС, насколько я поняла, сайт, который обучает деток правильному поведению, там, при пожаре, при наводнении, при еще чем-то. И вот Пашуля, а ну подожди, надо погладить брюки, по поводу утюга, но провод у утюга поврежден, сквозь трещину видны маленькие проводки. Что будешь делать? Поглажу брюки. Нет. Больше не буду пользоваться утюгом, скажу родителям, что он сломан. Попробуй починить провод, размотай его, замотаю вальзолентой. Что выберешь? Молодец! И тут дают звезды. Плюс 10 звезд за правильное прохождение. И как бы пазлы ребенок уже открывает, зарабатывает звезды. Вот покажи. Вот ему нужно открыть вот эту всю картинку. И он ее постепенно-постепенно открывает. Это только пожарный. А покажи, Паша, выйди, пожалуйста, в свой блог. Кому надо, ссылочку оставлю в описании видео. Классная игра для детей, особенно кто на семейном. Да даже не на семейном образовании, это не имеет значения. Вот смотрите, есть пиротехник, есть пожарный, водолаз. Кинолог, водолаз, медик, спасатель. Представляете, вот у каждого нужно, и психолог даже есть. И у каждого да, нужно пройти все вот эти пункты, пооткрывать. Водолаз учит тому, как себя нужно вести на пляже. Ага. Тут еще на воде, кинопеки... получается. Да. Кинолог чему учит? Кинолог рассказывает о животных, как с ними себя вести. Например... Как с животными вести? Да. Медик, ну понятно, как помогать, наверное, да, если ты увидел. Пиротехник. Пиротехника это что делать, например, если ты увидел, это как я и говорил, про сапог, про свой ботинок. То есть как себя вести с техникой разной, да, которую ты видишь. И пожарный, понятно. И это еще не все. Летчик чему учит? Летчик, а как себя вести в аэропорту и как себя вести в самолете. Спас экстрим спасатель. Нравится, сына? Да. Я, кстати, Пашин здесь установила, у него просто сейчас он не может на своем планшете это делать. А ребята, сейчас пойду покажу. Тёмка. Тёме на его планшет. 30 звезд. Только... Тоже сразу правильно отвечаешь? Да. Смотри, я... сколько ты всего много знаешь. Только вот разве что на одном я 5 звезд заработал, потому что... Неправильно ответил. Ага. Короче, Тёмка у себя здесь проходит. А ты кого взял? Кинолога? Нет. Пожарный. А кто? Нет, у тебя кинолог, смотри. Как? А я... Вот же, кинолог. Ты выбрал кинолога. А я пожарного выбирал. Нет, а ну пойди назад. Вот сюда, к выбору участника. Да. Подходишь. Смотри, у тебя кинолог. Ты кинолога проводишь. Как? Вот пожарный. Раз, два, вот, все. Все. Куда дальше? Вот, наверное, тут где-то снизу. Вот так нужно, смотри, он так не работает. Тут еще определенно, да. Вот, все, и выбрать героя. Классно. И Анюта проходит. Ну, Сашенька еще нет, ему еще рано. Саша. И вот ребятам как бы, а вроде бы и урок я сделала. И с другой стороны, в игровой форме, они открывают типа в виде пазлов, скажи. Ага. А что, мне нравится. Нравится? Типа, классно, ну играйте, ребят. Старайся ему такие все вещи находить, чтобы им было, ну, приятно для изучения, потому что когда оно нудно, оно и плохо и обучается. А когда весело, у нас ОБЖ это самый любимый урок. Правда, Анютка? ОБЖ. Или не самый любимый урок ОБЖ? Ну, рассказывай. Самый любимый. Самый любимый? Классно. Мы очень много с Ютуба роликов смотрим на тему, которую изучаем по ОБЖ. То есть дети смотрят, я им показываю, как в жизни оно происходит. Например, там пожар смотрим или еще что-нибудь, обговариваем с ним. Поэтому у нас ОБЖ вот так уроки проходят. Весело. Все, сверху вниз давай. Давай.
2000. Может, что-то полегче на первый раз. Это не страшно. 2000 это вообще ерунда. 326. Только правильными пальчиками. Нет, 36. 36? Потому что все только по 20 задачи. То есть 36, да? Да. 136. А, 323. Да сколько? 333. 333, хорошо. 333. Как это легко? Ребята, начали мы у нас уже второй урок со счетами Абакус, ментальная арифметика. И в этом году мы хотим пройти полный курс. Мы были на курсе, и тогда мы не прошли его, просто все записи нам дали этого курса. Вы помните, я выкладывала себя в группах рекламку, что была курс, ну, то есть объявление. И сейчас вот мы наконец-то пришли к тому, чтобы обучаться. Я подняла этот курс, записи, которые у меня были онлайн, все материалы. И вот мы с ребятами проходим второй урок. Мы сейчас изучаем сами счеты Абакус, как с ними работать, какими пальчиками. Анюта, а что ты Паше не даешь задание? И они сейчас сидят по кругу. Не, сейчас Паша, давай я пока вас сниму, потом я подключусь. Сейчас у нас 5 минут работы с пальцами. Какими правильно пальцами набирать? Они друг другу дают задание, число. С тысячами, да? С десятками давай. Мама, смотри, какой же сделал ты, а потом... С тысячами. И уже 10 тысяч. Смотри, вот, здесь тебе нужно очень быстро. Сделал, три, и... Дальше. Давайте, ребят. 2532, или как? Давай, 2532. Какими пальчиками? Вверх поднимаем. 2532. Два. Молодец! Теперь умничка. У нас Тимофей хуже всех знает украинский язык. И мне подруга предложила, у него мальчик Тимофея возраста, Марк, предложила, чтобы они вместе общались на украинском. Марк, привет! Что, выходить? Выходит у тебя общаться? Вот они общаются на украинском. Марк чисто на украинском говорит, Тимофей, мы должны отвечать чисто на украинском. Очень классно было бы нам еще найти вот так деток на именно из Англии, которые на английском, знаете, с рождения общаются, знают и русский, и английский, чтобы они переговаривались, потому что ну не хватает, но не можем пока найти. А вот украинский Тимофею то, что надо будет, потому что Паша и Аня лучше знают украинский. У нас время домашних заданий. Домашние задания у нас дети делают на следующий день утром, перед уроками. Уроки у нас начинаются в 10. До 10, с 9 до 10 ребята делают домашнее задание, садятся. У них час есть на домашние задания. Вот сейчас они делают в рабочих тетрадях по английскому домашнее задание. Пойду покажу, что Тимошка делает. Тёмка тоже здесь выполняет домашнее задание. Он учится писать на английском. А покажи, что ты уже сделал. Или это первое задание? Это первое задание. Первое. Вот я им обвожу в рабочей тетради. Мы учимся по... Бабинштейн хотел сказать. Афанасьева и Михеева. И издательство Дрофа. У них вот такие вот рабочие тетради. И у ребят тоже в шестом классе такие же. Ну, дополнительно, конечно, у нас репетитор. И дополнительно 25-й кадр, я уже говорила. Но вот по таким учебникам мы учимся. И в таких рабочих тетрадях мы работаем. А вот так ребята проходят 25-й кадр. Нас многие спрашивали, что за программа. Ребята, мы покупали ее очень давно, уже ну, лет 8 назад, наверное, если не больше, в Киеве. Не знаем, как она сейчас выглядит и продается ли вообще. Сейчас покажу упаковку. У нас сейчас ребята начали читать вот такую книгу. Боря ее случайно увидел в интернете. Говорит, Таня, вот это, чтобы дети ее прочитали. У них появился даже такой урок, прочитать книгу. Соловейчик, автор 1979-й. Очень интересная книга, которая помогает ребенку, вот мы ее напечатали, положили такие файлы, которая помогает детям понять, зачем им ну, как бы учиться, да, и все остальное. Скажи, пожалуйста, что вы сейчас узнали из этой книги уже? Что сегодня читали? То, что есть люди, которым работа нравится, они говорят, о, работа! Ну, мне кажется, это люди, которые очень много отдыхали, им это надоело. А есть люди, которые, наоборот, очень много работают, и они говорят, ну, опять это посуду, ну, опять это, обратно идти на работу. Мне кажется, эти люди очень много работают, а не отдыхают. А нужно уметь и в меру работать, и в меру отдыхать. Хороший вывод сделал сын. Поэтому у нас семья. И что? Расписание, да. Которое позволяет и вовремя поработать, и вовремя поотдыхать. Правильно. Это теперь становится
между важными результатами школьных лет, как и знания. Кто кончает школу с ненавистью и к учению, пропадет, даже если у него... У него же я? Чего? Почему здесь я? У него я. Аттестация, все потерки. В аттестации. Тушь, нате вам тушу. Так, здесь у нас урок проходит, папочка. Так, кто кончает школу с желанием учиться, тот о выигрыше, даже если у него не блестящий аттестат. В аттестате отметок за увлечение не ставят, но жизнь их ставит каждому. Третья причина в том, что когда среднее образование становится обязательным для всех, то, несмотря на увлечение числа институтов, поступает в них меньший процент выпускников. Что-что? Выпускников. Или выпускников. Меньший что? У них меньше процент выпускников. А у тебя процесс почему-то был. Не знаю. Анюта, буду ругать за чтение. Вот боремся, боремся с Аней за чтение. Боремся, боремся. Все равно не правильно читает слово. Ланч. У нас не было ланча. Мы ели. Мы не ели ланч. У нас был обед уже. I didn't remember what I had for lunch. But I remember what is that very tasty. Я не помню, что было у нас на обед, но я помню, что оно было очень вкусное. Аля, если Анюта хочет написать ибат, то тогда точку не ставится. Нет. Не ставится. Я вас хоть рассчитала приложение. Точки не ставят. Это имя, my family, and I watched one. Аня, подожди, ты репетитору читала предложение? А? Ты репетитору предложение читала? Какие? Вот эти вот. И тут ставила... Вот, да, вот, я каждую всегда читала. Да, но она-то твои точки не видит. Даша, я всегда мог пошла раньше. Да, но ты, Аня, тут не паузу, ничего не делаешь. I had for lunch. But I remember... Ваш, ну я читала кучу раз в английском, так пишется. Как пишется? Так пишется. Так не пишется. Дальше. In the evening, my family and I watched one film. Вечером моя семья и я смотрели один фильм. The film was called Eureka. Фильм назывался Eureka. А, Eureka. Читается Eureka. Eureka. We watched it from 8 to 9 o'clock. Мы смотрели его с 8 до 9. At 10 o'clock I went to my bed. 10 часов я пошла спать. Все. Молодцы. Вот это ребята с утра встали, еще даже Анюта не расчесалась. Сидят, повторяют английский. Вот что, занятия сегодня? Да, сегодня занятия. Уже все повторили и больше ничего не делать. Молодцы, молодцы. Горжусь вами. English. Начинаем сверху, потому что ты руки будешь пачкать. Вот эти делай, двоечку. Потому что потом ты начнешь эту делать, а здесь у тебя уже будет написано. И будет рука грязная очень. Устал? Где салфетку? А, давай салфетку, сейчас. Ты хочешь вытереть здесь? Ну давай, вытирай, чтобы оно тебе не мешало. Сейчас, не, ну очень нужно. Хорошо. Не, ну не мешает. Хорошо. Давай тогда вот это эти, большие вот сначала, да. Вот когда-то купили мы вот эту тетрадку, такая классная, пиши, стирай 5000 раз. Фломастером ребенок пишет, стирает, вот он взял обычную салфеточку, все, можно обычной тряпкой с водой. Дай я покажу, сыночка, то будут спрашивать, мы просто уже сколько, 2 года назад, да, ее купили. Видите? Есть он, пиши, стирай цифры, фокалай. Есть буквы. Угу. Так удобно, у меня уже и Тимофей на ней учился, и вот Саша на ней учится, и до Бори она доживет, потому что 5000 раз явно не буду туда-сюда стирать. Поэтому красота просто, давай, сыночка, давай. У Паши тоже свое расписание, я показывала наше расписание, у него свои кстати, занятия, свои уроки. Кстати, не только это нужно делать, а что все вот это. Вот до конца? Да? Да. То я ему даю задание, то дети ему дают задание. Он тут расплакался, что ему не получается. Да, говорит, мол, покажи. Шморгает носом сидит. А я ему показала, все, хорошо получилось, молодец. Умничка. Если это ты сказала, чтобы мама подсказала. Ну правильно, мама подсказала, а ты сделала. No, I haven't. Yesterday I... Yes. It was среда, вроде бы Tuesday, да, было? Где-то за вторник. Среда, я не помню. Wednesday. What did you
I got up at 8. I got up at 8 o'clock, and I go. Oh, I went. Sorry. I had a breakfast.